Российские провокаторы идут практически на все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, для того, чтобы показать, что в Украине якобы есть фашизм или там нацизм. Вот это вот из киевского метро, запись вчерашняя, как раз-таки российские провокаторы явно. Но давайте не будем о грустном, поговорим о хорошем, о тех, кто нас защищает, о батальонах, о воинах, которых абсолютно напрасно боятся тупые, зазомбированные российским телевидением граждане на временно оккупированных сепаратистами территориях. Давайте о хорошем.